И всем привет! С вами Ростиксон. И это гайд по мемам! Как зарабатывать на мемах? Самое главное, вы должны понять, что мемы быстро приходят, быстро уходят. Тут главное фиксировать прибыль. И помнить, что фиксировать нужно не всю, а иногда оставлять. Давайте на примере, где заработал я. Давайте посмотрим, сколько я заработал. Купил на 24 доллара и продал 60, то есть заработал чистыми 35 долларов. Неплохо. Купил вот здесь, продал вот здесь. Но вы посмотрите, как она выросла, да? Стоило бы оставить часть. Всегда оставляйте 10-5% на случай такого огромного роста. Тогда ваши 5-10% здесь превратятся в 50% вашей позиции, да? Тогда уже продадите. Угу. Что такое мемы? Для нас... это в первую очередь заработок. Если вы не умеете торговать мемами, это нормально, потому что вы новичок. Как вам научиться торговать мемами? Начать это делать, начать ошибаться. Но так как вы будете ошибаться поначалу, торгуйте 5, 10, 20 долларами. Угу. Тогда что мы делаем? Переходим по ссылочке в описании, регистрируемся на... платформе BullX, получаем скидку 10%, помогаем мне заодно. Угу. Теперь переходим. Не буду вам объяснять, что означает вот это, вот это, вот это. Самое важное. Покупка по маркету. Это по цене, которая сейчас. Лимитка. Эту цену мы выставляем сами, по какой цене хотим купить. Я обычно покупаю по маркету, например, на такую сумму, да? Продаю по лимиткам, это значит... могу часть монеток, да, 50%, или сам вручную ввести, и по какой капитализации продам. Теперь важная часть, смотрите, газ. Сделайте, как у меня, и вы будете платить 50 центов за одну сделку. Поначалу там чуть больше, поэтому вот так вот сделайте, как у меня, будете платить 50 центов. Все. Начинайте, идите, делайте, работайте. Это вам нужно или мне? Вам нужно богатеть или мне? Почему я говорю вам богатеть? Начните сейчас. Не начнете сейчас, не начнете никогда. Сколько вы всего отложили? Вспомните. Откладывать не нужно ничего абсолютно никогда. Вот эта кнопочка «Поиск». Здесь вы ищете монетки. Либо по нику, да? Либо по контракту. Если вы не шарите, что это такое, да? То подпишитесь на мои ссылки в описании в Телеграме. Если что, зададите мне вопрос в личку. Главное, чтобы вы были моим рефералом, то есть перешли по ссылочке.